Блин, подождите, дайте я сам на видеокамере посмотрю, что случилось-то. Стоп! Так, кажется, здесь закончились последние пешеходы, и я могу начинать. В общем, у меня есть вот эта чудная дорожка, где-то между Бирюлёва, Царицына, Орехова. А мой шоссейный велосипед, лысые покрышки, 28 миллиметров, в каждой по 6 атмосфер. Вот. И мы будем заниматься ездой. Ну что, почему бы и нет? Шоссейник — это универсальный велосипед. Блин, и сразу у меня начинаются проблемы с тормозами. В них залазит говно и начинает скрипеть. А тормоза у меня настроены очень в притирку. Я люблю, чтобы нажимаешь на ручки, и вот свободного хода совсем не было. Вот. Тут от этого бывают проблемы. Крыльев у меня, кстати, тоже нету. Зато есть долбанные туклипсы, которые на таком говне очень мешают. Чё-то как-то легко едется. Странно. И грязь легко пролетается. Пу-ру-пу-пу. Блять, нет. Не осилю, не осилю. Блин, а мог бы осилить. Тут под лужей камешки. Вообще то, чем я сейчас занимаюсь, называется циклокросс. Езда по говну на совершенно не приспособленном для этого велосипеде ради особого мазохистского удовольствия. Кстати, никогда не покупайте велосипеды для циклокросса. Но если только вы в соревнованиях не собираетесь участвовать, потому что у них есть крайне гадкая конструктивная особенность. Это короткая рама. Вот, настолько короткая, что оверлапу позавидуют даже трековые гонщики. Вот, этому вообще нет никакого оправдания. Так что не покупайте. Вот хрювел можно купить. Ух, блядь. У меня даже колеса не буксуют. Пока. Что? А. Так. Дальше слой говна намного глубже. Вот я и встал. Неприятно. Шоссейник стоит в грязи. Разогнать его дальше довольно сложно. И, блядь, мы поехали уже. Давай, родимый. Также я не рекомендую заниматься подобной хуйней, если у вас там, знаете, спицы, блядь, карбоновые, а вода китайские, еще какая-нибудь херня. Ну что, удовольствие удовольствием, но горе от полученных поломок, в конце концов, его, блядь, пересилит.
Ой, красота. Так, этот МТБшник сбил мне всю мысль. Нет, что-то правда очень легко все. Надо найти говна побольше. Так, оп, оп. Корешки пошли. Причем внезапные. Но пока что... Я их больше испугался, чем они мне могли угрожать, но все равно. 6 атмосфер, пробиться не страшно. Вот. Я колес качал для того, чтобы можно было наехать на 40 км в час в эту самую, в рельсу и не пробиваться. Вот. Были у меня такие случаи, я был крайне раздосадован. Я на Каширке напротив Тануки. Я пробил оба своих колеса вот об эту хуйню. Блять. Надо разгоняться. На скорости все это гораздо веселее проходится. Вот. Просто как бы перелетаешь и все. Вот. Законы физики, инерцию. Ёпты. Мать! Блять. Чуть не пизданулся. Не наебешь все-таки законы физики, инерцию. Но, блять. Езда по наклонной поверхности наебать тебя может. Чуть не пизданулся. Вот. Надеюсь, это немножко взбодрит ту часть аудитории, которая покупает двухподвесы с ходами по 200. Ой, блядь, ёб твою мать! Чтобы в городе по тротуарам ездить. Так-то развилка. Вправо или сюда? Давайте. Давайте вправо. Блять. Ох, блядь. Трясет. Не, начиная с какого-то момента вас обязательно заебет сглаживать неровности в поверхности, а собственной спиной она у вас страшно заболит. Ну, а это будет не скоро. Вот. Но этот момент наступит, так что полностью заменить нормальный МТБ фасильником вам не получится. Напоминаю, 28 миллиметров ширина покрышек, лысые, 6 атмосфер. Говно после дождя. Лесное говно. Разгоняемся. Блять. Сука. Надо внимательно следить за уклоном. Колеса скатываются только так. Блин!
Я весь в дерьме. Наконец-то. Будет что посмотреть. Так. Фу, блядь. Так, у меня рожь тоже в дерьме. Я вроде на рожь приземлился. Блять, контент доставлен. Не за что. Ёб твою мать, блять. Блять, я в таком виде еще и домой поеду. Через Москву. Отлично. Давайте еще раз посмотрим, что я тут нашел. Где мои следы? Так, у меня дерьмо на камере. Господи, что ж я... А чем мне ее вытирать-то? У меня все в дерьме. Так. Ну непонятно, что тут произошло. Просто я заехал в грязь и пиздык, и все. Сейчас. Так, ну видок у меня теперь, конечно, тот еще. Но ничего страшного. Блять. Страшные звуки, которые вы можете слышать от моего велосипеда, это не что-то сломалось, а просто говно налипло на тормозные дорожки, всякий там песок. И как я уже говорил, у меня все настроено в притирку, поэтому вот оно трет о тормозные колодки. И вот так вот. Ну, если бы я часто катался по лесу, я бы, наверное, их открутил. Вот. Но так как я в лес заехал чисто по приколу, то вот, ну что, разгоняемся. А вот еще раз пизданусь. Мне на самом деле понравилось. Обычно, если ты падаешь на дороге, то это большая беда. А теперь я пытаюсь заехать не туда. Наверное, мне надо налево. Блядь. Что ж ты так? Ох, ладно, разгоняешься. Ой, ё-моё. Что, на камере куда надо смотрит? Вот да. Так, давайте направо. О-о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 . Так. Теперь нам придется немного поправить экспозицию. Так сойдет, я думаю. Извините, ребят, просто я снимаю с фиксированной экспозиции, и выставить идеально в этих условиях, когда ты то в потьмах в лесу, то вот так тебе солнце прямо в рожу смотрит. Невозможно. Вот. Ну, как бы ничего страшного, посмотрим, что получится. В мусор так мусор. Много раз так делал. Так, нахрена я все время переключаюсь на повышенную?
Блядь. Поле! Так, кажется, у меня руль чуть криво встал. Странно, вроде удар был совсем смешной. Ну да ладно, с кривым рулем покатаемся. А, да, кстати, мне в комменты какие-то гении вечно пишут, что типа руль стоит криво. Ребята, не руль стоит криво, это просто насыщенность перспективы из-за широкоугольной камеры. Вот так выглядит. Я даже не знаю, что умного сказать по этому поводу. Просто примите. На таком широком углу реальную кривизну вы никогда не увидите, если бы она была. Так, мы едем в горку. Ну да, и выезжаем. Это что у нас получается? Ролик закончится через 5 минут. Жалко. О. Какой-то асфальт. Разобранный. Блядь! А, он, кажется, уплыл. Асфальт вместе с грунтом. Забавненький, красивый. Ой, блядь. Где там понижены? Как в среднем областном центре за МКАДом. Блять, мне кажется, приехал. Ворота. Ёб твою мать. Говно какое. Ну ладно, поедем обратно. Блять, и вот если я на этом асфальте развожусь на скорости, то мне пиздец. Попереломаюсь я. Все, что... Ёб твою мать. Чуть не улетел через руль. Спрыгнул с платформы и увяз гравии. Блин, новый экспириенс. Ай, блядь, сука. Опа. Опа. Давай сюда. Асфальт был ловушкой. Не ездите туда, пацаны. Фу, блядь. Да, самокатчики.
Самокатчики повсюду. Здесь сейчас пойду пешком. Не сразу. Оп. Давай. Разворот. Давай. Оп. Вперед, блядь. Сука. Ого. Это камень выстрелил у меня из заднего колеса. Попробуем. Ой, блядь. Я не встегнутый. Вот так. И левая. Отлично. Ненавижу ебаные токлипсы. Кладбище. Удобно. Ну, до первого раза достаточно. Можно было, конечно, еще куда-нибудь съездить, раз я весь в дерьме. Но идей нет. Всем спасибо за просмотр.